В Стерлитамаке задержан мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве. По версии следствия, 40-летний злоумышленник уличил в неверности свою жену. Выследил соперника, ворвался к нему в квартиру и устроил поножовщину. От многочисленных ран 32-летний любовник скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, мужчина расчленил тело, вывез его в лесопосадку и сжег. 15 декабря 2015 года профильный орган города Стамака обратил жительницу города Стамака с сообщением о том, что ее брат пропал. Следственные органы Следственного комитета России по республике Пакистан возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 «Убийство». Взрывать грамотно спланированных следственных действий и определенных мероприятий 18 декабря 2015 года удалось установить лицо, совершившее преступление. В этот же день сотрудники полиции задержали данное лицо. Лицо полностью признало совершившее преступление, указало место, где спрятало останки. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.